Всем привет, друзья! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня, перед очередной поездкой в Second, я решила снять вам такое видео и рассказать, дать какие-то некие советы, может быть, как выбирать вещи в Секонде, потому что я очень часто нахожу там клевые вещи, и люди не верят, что, например, вот эту блузку там я купила за 100 рублей, вот эти джинсы за 200-300, например, вот этот вот тренч я купила рублей за 400, вот. Поэтому, если вам это интересно, то обязательно оставайтесь и смотрите это видео до конца. Там будут действительно клевые советы, которыми я пользуюсь и благодаря которым я собираю вот такие вот луки. Перед поездкой в Second лучше создать себе вообще какой-то мудборд и вообще знать, зачем ты едешь, потому что если ты в голове видишь, например, какую именно рубашку ты хочешь, то шанс ее найти намного увеличивается. Вот, поэтому я себе составила вот такой вот мудборд, и сегодня я постараюсь найти что-то похожее. Вы навряд ли найдете именно свой размер, но всегда можно помнить, что джинсы, например, можно завязать ремнем и снизу подрезать. Поэтому не стесняйтесь, берите размер побольше, померьте, потому что вдруг подойдет. Я раньше все сумки проходила мимо и даже не смотрела на них, но сейчас смотрю, потому что вижу кучу клевых картинок с такими старыми винтажными сумками. Мне кажется, можно найти какую-нибудь клевую. Смотрите, вот такую Настя нашла. Я ее даже, наверное, возьму, потому что, ну, реально прикольно. И стоит она 350 рублей, и еще сегодня минус 50% скидка. Второе правило – это не зацикливаться на женском деле, потому что, например, крутые пиджаки и вообще в целом костюм или какие-то мужские рубашки можно найти именно в мужском отделе, и это будет смотреться очень круто. Такое типа оверсайз. Сумка вот вообще прикольная. Цветовая гамма, кстати, всего, чего я собираю, получается такая же, как на мудборде, в котором я оставляла. Поэтому, я думаю, он мне очень сильно помог. У нас сегодня будут секс-игры. Чё? Ну не у нас, у неё. У нас. С Никитой, у нас с тобой. Будем с Настей сестричками. Военными сестричками. Заходим в примерочную. Хотела показать, типа, смотрите, какая у нас красивая цветовая гамма получилась. Но здесь такой свет, что, что все желтое. Просто надо как-нибудь выложить, потому что она все перемешала. Да ладно, пофиг, пошли. Здесь очень много примерочных. Вот эта вот кофта, она даже с биркой. Новая. И вырез прикольный. Я переснимаю. Смотрите, вот такой клевый топ нашла. Цвет у него вообще классный. Правда, его надо носить вообще без лифчика, наверное. Чтобы вот так вот прям было. И рубашку. Смотрите, еще какие клевые туфельки нашла, модные. Правда, они небольшие, и те, и те. Модная водолазка, которую я забыла померить, но я бы ее навряд ли все равно взяла. Угу, клевая. Ну и последнее, одно из важных рекомендаций, чтобы выгодно покупать вещи, вам нужно знать день привоза. И ездить не в этот день, а через 2-3-4 дня, чтобы скидка была как можно больше, но не самый конец, чтобы было из чего выбирать. И вот что я в итоге купила. Топ, рубашку, блузку, туфли, сумку. Получился целый образ всего на 800 рублей. Кстати, черная сумка очень классная, она прям в идеальном состоянии. И на этом все. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. И всех целую, до скорых встреч. Automatically lagging, placid and tacit turn, acid burn, dope venom on the tip of the dart, master painter, so they.